Здравствуйте, и мы приглашаем вас все-таки на футбол. Меня зовут Георгий Черданцев, моего коллегу Константин Генич. Хотя в такую погоду, конечно, не в футбол играть надо, а лепить снеговику. Да, Георгий, действительно, погода подкачала, выпал снег, и мало кто этого ожидал. Наверное, в такую погоду правильнее проводить соревнования среди биатлонистов, а не играть в футбол. Но что имеем, то имеем. Сегодня футбольный клуб Уфа встречается с московским Локомотивом. Если в этом матче домашняя команда победит, она возглавит турнирную таблицу. Да, пока что идет еще первый круг и чемпионат в самом разгаре. Но выход в лидеры есть выход в лидеры. Это уже само по себе дорогого стоит. Смотрим состав Уфы. Тренер выбрал ярко выраженную оборонительную модель игры. Ну и посмотрим, по итогу матча принесет ли это его команде успех. Состав Локомотива. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Команда на поле, и арбитр только что дал свисток к началу первой половины матча. Владислав Игнатьев. Может получиться интересная атака. Надежно играет защитник, атака прервана. Фарфан. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Фарфан! Да, это совсем не точно. Дмитрий Стоцкий. Это может быть опасно. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Прекрасный удар. Опасно! Нет, рядом со штангой. Дмитрий Стоцкий. Тут может что-то получиться. Игбун. Продолжает владеть мячом. Очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Ну вот, стоило только заговорить мне об атаке, как они потеряли мяч. Атака прервана. Мяч улетел куда-то в сторону. Это штрафной, а карточку судья, видимо, забыл в раздевалке. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Игбун. Дмитрий Стоцкий. И пас обратно. Скучновато. Посмотрим за этой атакой.
Такие передачи придают атакам остроты. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Дмитрий Стоцкий! Угловой. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Дмитрий Стоцкий. Это может быть опасно. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Игбун! С углового мяч будет введен в игру. Александр Пуцко. Проверка вратаря. Он на месте, никуда не ушел. На этом все. Атака закончена. Мяч ушел за лицевую. Удар от ворот. Повторяет нам сейв. Конечно, очень здорово сыграл вратарь. Почему бы не прокатиться по снежку и не отобрать мяч под кате? Коломейте. Отлично сыграно, надо решать. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Игбун. Плохо сыграно. Мяч потерян. Кверквели. Владислав Игнатьев. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Терпеливо ждут они своего шанса. Эх, жаль. Хорошая могла бы получиться атака. И вот потери в центре поля. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Пока неплохо. Можно играть дальше, считает арбитр. Арбитр останавливает игру и вполне карточку может показать за такое нарушение. Петр Шкулетич. Может получиться интересная атака. Потерял он мяч, но кому он достанется? Ничего хорошего в итоге из этой атаки не получилось. Они просто потеряли мяч. Игбун. Отличная игра в пас. Все точно и по делу. Потеря. Это может быть опасно. Отличный отбор, но кому-то останется мяч. Легко прошел он соперника. Игбун. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Какой удар! Неточный удар. И все. Надо забыть это побыстрее и играть дальше. Табличка в руках четвертого судьи. 3 минуты добавлено. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Игбун! Гол! Команда забила и ведет в этом матче!
Всегда эффектно смотрится, когда мяч влетает в ворота рикошетом от перекладины. Согласен. И вот посмотри, в какой-то момент показалось, что мяч отскочит в поле, но он все-таки взял и пересек линию ворот. Один ноль в нашей игре. Александр Коломейц. Заканчивается первый тайм. 1-0. Пока можно сказать, что смотрится он вполне уверенно. В общем-то, именно его гол, вот этот гол, в концовке первого тайма все и изменил. И соперника здорово подкосил, по-моему. Так что вопросов тут никаких. Играет он сегодня очень ярко. Перерыв закончен. Команды на поле. Арбитр дал сигнал начинать. И у нас второй тайм. Поехали! Перехват мяча. И можно начинать атаку в обратную сторону. Тут может что-то получиться. Дмитрий Стоцкий. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. Игнатьев. Это может быть опасная атака. Навес находит вратаря. Вряд ли так было задумано. Это может быть опасно. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Защита надежно играет. Мяч отобран. Александр Пуцко. Отлично сыграно. Надо решать. Момент! Забивай! Относительно легкий мяч для вратаря. Игбун. Отличный пас. Повтор нам подтверждает, что у арбитров были все основания прервать эту атаку. Действительно был офсайд. Еще много времени до конца матча. 30 минут. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Тренер гостей готовит замену, по всей видимости. Игрок стоит уже у кромки поля. И сейчас арбитр даст отмашку, и футболист появится на поле. Посмотрим за этой атакой. Он бьет. Ложатся они под мяч, лишь бы не было гола. Сыграно-то... Игбун! Немного точности не хватило. Перекладина. Еще один прекрасный пас в его исполнении. И скоро на поле появится новый игрок, замена в команде гостей. Да, он уже готов выйти и ждет разрешения арбитра. Фарфан. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом.
20 минут до конца основного времени матча. Атака остановлена. Петар Шкулетич! Чуть-чуть поторопился игрок и попал в офсайд. Ну, тут спорить даже не о чем. Поднимает флажок боковой арбитр, фиксируя вне игры. Пуцко. Игбун. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Ну что тут скажешь, смелое и редкое решение, все замены тренер решил использовать сразу. Мало кто умеет так здорово играть в пас. Великолепно. Терпеливо ждут они своего шанса. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Это может быть опасно. Этот навес становится легкой добычей защиты. Петр Шкулетич! И вот вам, пожалуйста, свидетельство тому, что футбол – это прежде всего игра. И здесь ситуация может в любую секунду измениться. Гол, конечно, из ряда вон выходящий, потому что, как мы любим говорить, ничто не предвещало. Снова равенство на табло 1-1. Дмитрий Стоцкий. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. В этой атаке оборону пройти не удалось. Фарфан. Владислав Игнатьев. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Вячеслав Кротов. Пока неплохо. Нет, видите, я ошибся. Прошу прощения. Эх, жаль. Хорошая могла бы получиться атака. Игбун. Три минуты добавлено к основному времени. Такие передачи всегда нужно... Вот так вот! Что за гол? Да, и команда буквально выгрызает победу. Какой у него удар все-таки получился, а? Мастер! Казалось, вот-вот рухнут сами, а они, смотрите, как больно соперника укусили, и времени отыграться почти не осталось. Слушай, ну если они выиграют, это будет просто бомба, сенсация.
И похоже, что 90 минут хватит сегодня для выявления победителя. Практически не осталось времени. Да, явно спешат они с розыгрышем. Ну, хотя бы одну атаку-то успеть провести. А вот и сигнал арбитра об окончании матча 2-1. На самом деле, подобные матчи не только максимальное количество очков в таблицу добавляют, но и уверенности в себе, а это дорогого стоит. И самое главное, в чемпионате любой выигрыш важен для команды. Пополнение очковой копилки. Он может быть доволен своей игрой, здорово сегодня помогал команде. Чуть-чуть ему прицел поправить и мог бы дубль в протокол вписать. В целом же свои задачи на игру он честно выполнил. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание. Дмитрий Стоцкий!